В общей сложности почти 60 человек вывезли на Большую Землю представители экстренных служб накануне вечером. Эвакуация пострадавших из затопленных районов длилась несколько часов. Хроника событий в репортаже Евгения Янурова. Оценить масштаб стихийного бедствия вчера вечером можно было уже на подъезде к затопленной территории. Большая вода превратила улицу Фадеева в широкую реку. Люди, которые не смогли проехать к своим домам, оставляли машины и надевали сапоги. Тем же, кто рискнул и решил не бросать транспорт, пришлось преодолевать бурный поток воды. Из окна машины можно было наблюдать, как стихия подступает прямо к домам. Потоки бурлили у заборов и даже начали переливаться через крыльцо. Еще серьезнее обстояли дела на улице Фурманова. Здесь жители частного сектора уже не смогли самостоятельно выбраться из своих домов. На место стихийного бедствия приехали сотрудники МЧС и других экстренных служб города. Довезти это, их надо. У них там такси. Давай. Эвакуацию проводили с помощью пожарных машин и тяжелой техники. В первые минуты бедствия людей отогревали в маршрутках. На месте также дежурили сотрудники скорой помощи. Там вообще не пройти. Там, если пойти, то... есть только путь. Но ребенок маленький. По предварительным данным, от стихии пострадали сразу 5 улиц в районе вокзала, а это около 80 человек. С этой точки видно, что вода затопила огороды и парники, а кое-где даже проникла в дома. Всего же за несколько часов из зоны потопления вывезли почти 60 человек. Помощь понадобилась хозяевам 25 домов. Сама стихия затронула улицы Фадеева, Володарского, Фурманова, Столетова, Лесопильную, Нижнечаспинскую и Спортивную. Позвонили, сказали, что затопило. Все, съездил к брату, сапоги взял и туда отключил питание, электроэнергию дома. Пострадавшим горожанам предложили временно разместиться в 35-м училище, однако многие отправились к родственникам. Сама эвакуация закончилась только к 10 часам вечера.